Сельское поселение Булатниковское – одно из самых активно развивающихся в Ленинском районе. Не случайно, что центральной площадкой праздника стал новый микрорайон «Восточная Бутово». Со сцены собравшихся поздравили официальные лица. Глава Ленинского района Валерий Венцель рассказал об успехах в развитии поселения. В Булатниковском поселении мы соединяем поселение деревнями Булатниково и Лопатино новым путепроводом через Симферопольское шоссе, которое мы откроем в этом году. Мы введем в этом году, как раз таки в этом поселении, в этом микрорайоне, где мы проводим сегодня праздник, детский сад на 340 мест. Мы строим школу, будем заканчивать ее к концу этого года. Самые активные жители получили грамоты и благодарности от главы за добросовестный труд. Одной из них стала Наталья Катренко, педагог Бутовской школы номер 1. Для меня это было, честно, неожиданностью. Я и являюсь учителем, заучем школы, да, но являюсь буквально 8 месяцев и жителем этого района. И для меня это большая честь. На сцене выступали творческие коллективы. Для детей были подготовлены надувные горки и интерактивные площадки. Новые жители поселения узнали об истории Булатниково и о традициях, которые существуют в нашем муниципалитете. По лицам людей было видно, что все остались довольны. Очень рада, что для жителей вот таких небольших районов организовываются такие праздники, когда люди могут выйти культурно отдохнуть, а также порадовать своих маленьких ребятишек. Здесь очень много новоселов, и так сложилось, что еще не все друг друга знают. Хотелось бы, чтобы были более дружными, более активными, принимали участие в общественной деятельности и, собственно, таким образом развивали наш район. Другая площадка праздника была расположена в поселке Измайлово. Детвору здесь развлекал клоун Алекс, а со сцены звучала музыка. Как неоднократно заявляли представители администрации района, главная задача их работы – создание комфортных условий для жизни, чтобы социальная инфраструктура не отставала от темпов строительства жилья. 6 садов у нас планируется в этом году открыть в Ленинском муниципальном районе. И вот что приятно, вы видите, сегодня здесь очень много детей. И как раз таки из 6 детских садов, это 3 детских садика будут открыты в сельском поселении Булатниковское. Это все-таки большой показатель. Из 2 школ это в сельском поселении Булатниковское. Концерт продолжался до позднего вечера. Завершилось праздничное мероприятие дискотекой и салютом. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Видное ТВ.